Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, это игра War Robots, я на компьютере. Блин, это круто, это здорово, дело в том, что мастер занят был, это понятное дело, и то, что я нервничал, это тоже понятное дело. И все-таки мастер проявил, Алексей посмотрел, что никаких проблем с компьютером нету, скорее всего, это были проблемы с обновлением Windows, и просто переустановили Windows, и ребята заплатили 800 рублей. Я думаю, что это нормально. Единственный минус в том, что у меня нахрен все слетели программы. Почему нельзя программы ставить на D-файл, чтобы там они все были? OBS, Nox, Chrome, шлемы. То есть у меня даже на рабочем столе были пароли, и они, блядь, все исчезли. Потому что я дурак, их просто не взял, текстовые файлы не скопировал на, блядь, файл D. Просто дурак. Потому что вроде бы как бы оно на рабочем столе, и вроде бы как бы оно рядом, оно никуда не денется. Хрен нос, рабочий стол на диске C. Короче, ребята, я сегодня голый, потому что, блин, жарко, потому что просто жуть жарко. Сегодня еще к тому же Аня наварила яиц, видимо, на Пасху будем красить. Наварила она их, как бы наварила, но наварила она их, не закрыв крышку, соответственно, она напарила. Напарила, и я как бы сейчас достаю веник и парюсь, Ох, моя волосатая красивая грудь. В общем, ребята, с вами Братуха, я вернулся. И, кстати, кто еще может помочь с подавлением шума, потому что я сейчас копался, там и звук пропал, и все, короче, ужас. Хочу сказать большое спасибо Денису, Денису Вортексу, Денис Зуев, он мне помог прямо настроить обратно Nox, Шмокс, в общем, все помог обратно настроить. Большое спасибо, я ему переслал на пиво с косичкой, надеюсь, он поест косичку и попьет пивачка прям от души. А я ждусь не дождусь, когда же я пиво попью. Но, к сожалению, надо, ребята, копить на квадрокоптер, блин. Неладная, ребята, эта идея. В общем, ну что ж, а мы давайте сегодня сходим, ребята, в бой. И в бой мы сходим сегодня полноправно, как говорится. Подождите, а я все кнопки настроил? Походу, нет. Обалдеть. В общем, я пошел в бой и не настроил кнопки. Давайте сделаем звук потише. И попробуем, ребята, сейчас пойти в частный бой. Настроить надо кнопки. В первую очередь, это эмулирование кнопок. Так, почему, что случилось? Частный бой? Что я не то нажал? Частный бой, эй, эй. Обалденно. О, да. Я нажал бой. Ну, все верно. Я в бою. Ожидание команды соперника. А ее нет, а мы в бою. Обалденно. Давайте возьмем робота. Ух. Так, сейчас мы ничего сделать с ним не можем. Только головой покрутить. И надо, короче, у нас джойстик выкинуть на эту сторону. Окей. Кнопку стрельбы. Так, это у нас стрельба какая? А, нет, это не так. Значит, стрельба у нас сюда ган, да? Да, сюда ган, вроде бы. Так, здесь у нас прицел, шутер. Типа как бы примерно вот так. Дальше кнопка захват цели. Это у нас прыжок, а это у нас глаз. Вроде бы, блядь, все. Вроде бы все, только кнопочку вот здесь надо сделать. Ну что ж, братуха готов, ребята, к бою. Попробуем сейчас проверить. Ох, как мы хорошо крутим головой. А это, ребят, очень плохо, потому что надо настройки интерфейса, чувствительность экрана сделать поменьше. Окей, так, проверяем. Ну, вот это уже. О, мы еще и стреляем. Крутяк, вообще здорово. Все, в принципе, я готов в бой. Тыщ. Шикарно. Так, мышка что-то не двигается. А вот теперь мышка двигается. Тут, короче, опять, ребята, все надо настраивать. Так, чувствительность у нас минимум. Все прекрасно. Мы готовы, ребята, идти в бой. Выходим в меню. И готовы, ребята, идти в бой. А куда ж мы пойдем в бой? Правильно. В бой мы пойдем в арену. Попробуем поиграть на компьютере в арену. Вот это вот здорово будет. Интересно, да? Что-то вот мышка у меня вот... Здесь она так крутится, там она этак. Что-то вот мне не нравится мышка. Здесь она, смотрите, очень быстро крутится. Короче, мы кого-то убили. Почти что. Заряжаемся. Бам, отлично. Нам надо насасывать, и тогда мы будем получать голду. Ха,
Нифига, ребят, не канает. Опять нифига не канает. Кстати, почему-то залипает. У нас стрельба. Ой, ёлы-моталы, я, короче, просру. Дело не в дамаге, понимаете, фишка в чем? Обалдеть. Не, нифига себе этот парень валит нас конкретно. Да, теперь я понимаю, про что Вортекс говорил, залипает. Так, это у нас рогатка. Обалдеть, неужели нас убьют? Черт, вы понимаете, какая фигня? Убил, отлично. Отлично. Теперь рогатка. Догнать и уничтожить. Главное, чтоб меня никто не чпокнул. Блять! Этот пацан меня чпокнул, нифига себе. В общем, у нас второе место. Это, ребят, плохо. Попробуем догнать этого парня. Кстати, он там рогатку щемит. Не, короче, тут, блядь, можно вообще без голды остаться. Давай, иди за ним! Нихуя не везет, обратите внимание. Абсолютно не везет. Противник убегает. Не, чтобы остановиться, он убегает, блядь. Вот сейчас, смотрите, его другой заберет. Вот видите? Кстати, блин, постоянно стрельба что-то залипает. И вот, короче, меня сзади, смотрите, вот он добрался, догнал меня. И, короче, херачит. Это вообще жесть. Блин, а! Чё-то жопа какая-то! Если бы вы только знали. Обалдеть. Я проиграю? Я больше не буду играть в этот режим. Но третье место вроде бы мне тоже голду вернет, нет? 100, 200, нет? Обалдеть. Ну, короче, опять не везет. Посмотрите, он прячется. Я не могу залезть, вы обратите внимание. Вообще хрень какая-то, блядь. Блин, вы что гоните? Вы что, серьезно, что ли? Это конкретно просто режим на удачу. Какой нахуй скилл? С этими ботами это режим на удачу. Какой скилл? О чем вы говорите? Такого быть не может просто. Меня начинает кипеть маленько пердак. Надо ждать, пока его убьют. Надо все заряжаться теперь. Блять! Сука, почему кнопка залипает? Чё за хуйня, не понимаю я. В чем прикол? Все ждут, вот в чем прикол. Опа, я убил его все-таки. Дождался, а вот рогаточка. Сука. Короче, почему-то у меня постоянно залипает. Кнопка стрельбы, как говорил Вортекс. Все, убили, короче, третье место, ну его нахер. Ну его, ребята, нахер, просто нахер. Нахер этот режим, вы верите? Это просто пиздец. Это жопа, ребят, я вам серьезно говорю.
Это, я даже не знаю, ребят, куда теперь идти воевать. Ой, ребята. Так, скорость выполнения дневного щелчка сделаем ниже. Еще сделаем ниже, да? Ой. Извините, ребят, за... Это, короче, у нас 10 голды за рекламу. Ну и нафиг, давайте сходим в бой. Я думаю, что арену надо оставить на стрим, а идти спокойно в гонку за маяками, потому что у меня уже начинает подгорать заднее место. Как бы ни говорили ребята, что они там 1200 голды зарабатывают, но я, например, привык играть, блядь, просто мочить. А здесь реально надо сидеть, ждать, пока у противника останется последняя писюлька, и тогда уже делать выстрел, чтобы забрать этого противника. И тогда ты будешь в топке по дамагу. В общем, сейчас мы на летающем драконе, режим гонка за маяками, маленечко давно уже мы не играли, в общем, и маленечко надо попривыкнуть. Сейчас я попробую, ребята, запрыгнуть. А, нет, не получилось, да, я куда-то не туда улетел. Хотел запрыгнуть, залететь куда-то... залететь куда-то наверх, на дерево какое-нибудь, и оттуда раздавать пиздюлины. Вот, например, у нас там есть Блейд, вот, я вроде бы настроил, смотрите. Прям какая-то странная ерунда, постоянно начинают стрелять триденты. С одного нажатия они постоянно стреляют. Или нет, надо... В общем, проходит сейчас дамаг. Опа, мы зацепились. Но зацепились неудачно. В общем, мне кажется, надо настроить в Ноксе. Стоит проблема. Ой, надо будет скоро улетать. Стоит, мне кажется, проблема. Если Вортекс меня слышит, вряд ли. В общем, ладно. Не суть, какая там проблема стоит. Ого. Это же, конечно же, не очень есть гуд. Раздавили пацана. Я думаю, сейчас надо маленько подлечиться. Очень-очень печально сейчас произойдет баба-бум. Блять, баба-бума не происходит, а вот произошел баба-бум. Главное, мне не оторвало пупум. И давайте мы взлетим, я надеюсь. И сейчас... А, отлично, Блейда уже слили. У нас парень тут, смотрите, тоже прыгает. Да все, короче, прыгают. В общем, все прыгают, блять, никто воевать не хочет. Кто-то прыгает, кто-то летает. По поводу шкалы тоже не понимаю я. Надо эта шкала теперь или не надо? Я же говорю, тут как бы теперь противник видно, что умирает твой товарищ, и все, и больше не хочется его спасать. Давайте чуть-чуть подлечимся и взлетим, чтобы огнем зашкварить пацана. Отлично, мы это сделали. Сейчас мы на отлете чуть-чуть попытались убежать, и вот он шоками меня догоняет, отец роботов. К сожалению, стрельба все равно продолжается, странное дело это. Меня, короче, слили. Странно это дело. Маяк Б наш хотят забрать, но мы его не отдадим. Так, 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 а где маяк Б-то? А, вот он. Летим на пройти. Ох, Меркурий, ребят, как я давно. Я так соскучился по клавиатуре, реально. И ничего не греется. Просто обратите внимание, нифига у меня не бомбит по поводу того, что что-то греется. Берет и пропадает стрельба. Чё за хрень? Бам! Мы топтыжнули этого поцака, и все зашибись. Отлично! Прям шикарно мы его захерачили. Бежим дальше. Опа, это Блиц! Собира... Ох, какими-то он... Виперы, виперы, видимо, да. И мне тут приходит бздец, хотя у меня есть... Чё за фигня? Кнопки залипают. Раньше не залипали. Бам! Готово, кто следующий? Ага. Вижу, товарищ Арес. Мы его застанили, парни его слили. Тоже приятно. Давайте еще такого Арес. Ох, давно я не играл, как я соскучился по моим роботам. Обалдеть, ребята. Я 2 или 3 дня не играл, вы просто поверьте. Это ломка. Это прям. А, мурашки по коже, мурашки по коже. Обалдеть, обалдеть. Супер, супер, реально супер. Только единственное, надо еще понять, как эти кнопки, чтобы не залипали. В общем, починить надо все это. Судя по всему, это проблема самого Нокса.
Отлично, Наташку сейчас тоже сольем. Прям вот, я ничего не делаю, а они стреляют. Я балдею просто. Мы сейчас, кстати, на базе у противника совсем обнаглели, потому что противника так-то и не осталось. Ну и хорошо тоже, тоже хорошо. Что ж такое, кнопки залипают? Как это дело вылечить-то? Раньше такого у меня не было. Отлично. Мы его убили, и вот кнопки перезарядки нет. И сейчас вот мы остатки выстрелили, и теперь пытаемся. Видите, как его бьют? Его бьют. И мне 5-4-3-2-1 надо воскреснуть. Где он выбрал товарища своего? А, вот у них маяк еще красный. Отжали они. И вот еще внизу, смотрите, хотят отжать. Мы с зеленым драконом не дадим отжать. Идем туда. Все, победили. Всех роботов убили, вообще обалденно. Мне нравится. А вам? В общем, думаю, на этом, ребят, давайте нафиг закончим. Потому что, блин, надо как-то тренироваться. Что-то 11 тысяч я получил. Это здорово. Больше всех дамага. Это тоже здорово. Но что-то все равно не так. Что-то в этих кнопках, я не знаю. Что-то залипает. Залипает именно при стрельбе. Окей, не будем лукавить. Ой, там это, короче. Картавить. Ой-ой-ой-ой. Просто я вернулся, ребята. Всем приветос. С вами опять братуха на компьютере, и это лайк. Спасибо всем, ребят, спокойной ночи, до свидания.